Здравствуйте! Приглашаю вас на короткий сеанс ясновидения. Сегодня заглянуть в будущее смогут все, кто рожден под знаком Весов. Весы в 2015 году будут настроены философски. Обилие планов в их голове рискует перейти все возможные пределы. И чем больше весы будут обдумывать какую-то мысль, тем больше в их душе будет возникать сомнений. Неудивительно, что подавляющую часть идей весы вряд ли сумеют осуществить. Если они хотят добиться успеха, им придется запастись решительностью, насильно разрубив гордиев узел сомнений. Еще одной успешной моделью поведения для ищущих равновесия в 2015 году может оказаться работа с компаньоном, который возьмет на себя начальствующую функцию и нелегкую роль принятия решений. Впрочем, звезды советуют весам в любом случае преодолеть себя. Решительность понадобится им не только в делах, но и в любви, где, как известно, нужно уметь не только мечтать, но и действовать.